Сашкинская сельская библиотека. Сергей Михалков. Детский ботинок. Читает Вера Александровна Баранова. Занесенный в графу с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал среди обуви взрослой и детской. Его номер по книге 3209. Обувь детская, ношена. Правый ботинок с заплатой. Кто чинил его где? В Мелитополе, в Кракове, в Вене? Кто носил его, Владык или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый, подпорядковый номер 3209? Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги, в это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитых считали? Здесь на всех языках о спасении пытались молиться. Чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Здесь впитала земля запах тлена и пролитой крови сотен тысяч людей разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачей и убийц на колени. Суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен улик этот детский ботинок с заплатой, снятый Гитлером жертвы 3209.